Всем привет! Сегодня на осмотре у нас достаточно известный и популярный автомобиль на вторичном рынке. Это Nissan Tiana второго поколения рестайлинг. Машина у нас в топовой комплектации, за ней гоняются, все ее хотят. Это 3.5 мотор, 249 лошадиных сил и надежный вариатор. Машина в топовой комплектации, со стеклянной панорамной крышей, с кожаным салоном, с подогревами сидений, а также их вентиляцией, базе акустикой и многим другим. Как бы не будем вдаваться в саму комплектацию. Сейчас немного расскажу про автомобиль. Автомобиль продает у нас собственник. Машина находится в Псковской области. Итак, есть различного типа мелкие недостатки по ЛКП, которые я все подробно снял, отснимал для клиента для, в подробном видеоотчете. Резина у нас на автомобиле липучка в среднем состоянии. Тормоза, передние и задние диски и колодки необходимо поменять, так как оригинальные выносили свой ресурс. Навесное железо полностью все оригинал. По двигателю никаких нареканий нет. Он очень хорошо работает, хорошо себя чувствует никаких маслопотеков запотеваний нет, есть крашеные детали, значит на кузове без шпаклевки, салон в хорошем достаточно состоянии, конечно это не автомобиль, который продается в салоне или на авторынке, который подготовлен, автомобиль используется каждый день в личных целях и, грубо говоря, он в хорошем состоянии, пускай будет немного пыльный салон. Но зато отделочные материалы, значит, о том же сидении, они не перешивались, не красились. То есть есть минимальный износ, то есть соответствующий пробегу. Никаких трещин на коже. На руле не сильная, то есть вот эта вытертость, так назовем ее. То есть все в оригинале, там тот же руль, селектор КПП в оригинальной коже. Ремни все соответствуют году выпуска. Стекла. В принципе, по функционалу, по электрическому, все работает, все греет, остывает. Машина, значит, полностью вся в рабочем состоянии у человека. Он ее обслуживал. Никаких шумов даже по плохим дорогам. То есть, подвеска не стучит, не бренчит. По вариатору также без нареканий. Машина хорошо разгоняется. 3,5 это вам не 2,5. В принципе, без нареканий. Информацию я передал заказчику. Всем пока.